В Югре продолжается обсуждение стратегии развития региона до 2050 года. Стратегические сессии прошли в 22 муниципалитетах. В них приняли участие более 7 тысяч человек. Югорчане внесли около 2 тысяч предложений, почти половину из них включили в стратегию. А именно строительство моста в Октябрьском районе и автомобильной дороги Куминский, Советский, Березово, а также полигона ТКО. Кроме того, в целях повышения экономической привлекательности региона был разработан план по привлечению инвестиций до 2024 года. Некоторые компании уже выразили желание сотрудничать. В рамках сессии обсудили и стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ. До 2030 года в Югре планируют создать возможность подключения к сетям инженерно-технического обеспечения с помощью портала госуслуги. Идет этап общественных обсуждений проекта стратегии на портале «Открытый регион Югра». И у каждого из нас есть возможность оставить свои предложения к проекту стратегии, свое мнение, оценку, позицию до 15 декабря 2021 года.